Привет, дорогие друзья, меня зовут Тристан, и мы, да, вернулись наконец-таки в источник нашего канала. Да, ребята, наверное, вы заждались и думали, ну наконец-таки слабое звено с Тристаном. Имеется в виду ставка на знание, конечно же, а не сильное звено с Киселем. Нет, вы, конечно, такое не ожидаете. Нежданчик, да, дорогие друзья? Получайте данный нежданчик вам в телефон. А мы продолжаем выигрывать большие деньги. Ну что же, ребята, нажимаю кнопку «Играть». И самое главное правило, я буду молчать, когда я буду играть. Если достигну суммы, я буду комментировать. Ну что ж, правила всегда стандартные. И мы начинаем игру. Поехали. Это было легко. Итак, раунд номер 2. Let's go. Да, ребят, нежданчик, я перепутал дамоклов меч. Я прочитал сначала невероятное невезение. Но про опасность, конечно же, все-таки да. Вот про новейшую опасность все-таки было правильным ответом, да. К сожалению, я этого не знал. Точнее, никак не знал. Я не знал, а просто перепутал ответы. Ну что ж, продолжаем играть. Раунд номер 3. Let's go. Thank you.
Слушайте, неплохой раунд. Я давно таких цифр не видел в последнем раунде. Точнее, нет, в третьем раунде. А вот в раунде номер 4 мы все-таки посмотрим, смогу ли я все-таки добраться хоть до каких-нибудь иксов. Ну что ж, ребята, не тех иксов, которые обозначают неправильно этот, а x2, x3, x4. Это мы сейчас и проверим. Поехали. Что ж, ребята, x2 у нас все-таки нам удалось раздобыть. Итак, наступает переломный момент. Вы могли подумать, что я поставлю 3900 на счет. Но нет, не тут-то было. Я ставлю все. Итак, у меня есть ровно 22 секунды для того, чтобы ответить правильно на вопрос ставки на знания. Алёнси. Почему-то я первоначально на этой версии как раз и стоял. Ну что ж, ребята, нас результат данной игры не устраивает. Мы, конечно же, переигрываем. Ну что ж, ребята. Premier round. Окей. Nous allons commencer notre... Nous allons commencer notre jeu. Bon. Tapons commencer. Et allons-y. Cette round est facile. Et bon. Round 2 va commencer. Et bon. D'abord, on va commencer. Allons-y. Thank you.
C'était douteux de ne pas prendre la banque, mais non, la part de banque. Mais je veux. Non, je voulais prendre quelque chose. La 50. La 50, c'est une. C'est une mille choses. Mais 50 est quelque chose. Pourquoi pas? Et bon, cette ronde était plus facile, mais je n'étais pas attentif, comme toujours. Mais je pense que ronde 3 peut tout corriger. Ah bon, t'as pas commencé? Et allons-y. Бон, ребята, я сейчас только что говорил по-французски, наверное, не все понимают, о чем я говорил. На самом деле, вкратце я вам скажу, что первый раунд весьма был легким, потому что без единой поварки мне удалось пройти тот раунд. Потом второй раунд оказался, конечно же, более легким. Точнее, нет, это было легко, но, к сожалению, моя невнимательность привела к тому, что мне пришлось положить всего 50 в банк. А здесь я проявил максимальную осторожность, и я клал каждую соточку в банк. Итого у меня выше 1500 монет. Итак, bon, раунд numéro 4. Dans le dernier round, j'ai une possibilité de multiplier tous les scores que nous que nous avons pris, que nous avons pris. Et nous avons 45 secondes. Et ces secondes sont nécessaires pour répondre aux questions finales. Voilà. Et bon, tapons commencer et allons-y.
Et bon, nous n'avons pas de bonnes réponses. Et voilà. C'est une somme que nous... que nous avons pour multiplier. Mais si nous répondons incorrectement, toute la somme est flammée. Toute la somme est... Voilà. Et bon, c'est un moment dramatique pour moi, mais qui sait? Peut-être je peux gagner ce jeu. Et bon, allons-y, commençons. Et c'est merveilleux, bien évidemment, mes amis. Aujourd'hui, nous avons... nous gagnons cette somme à 3 700. Promis, 700 roubles. Bien. Ну что ж, ребята, нам удалось выиграть 3700 монет, да. При условии, что вот... Ну, как-то вот так вот сложилось. Ну вот все. Вот, казалось бы, пропало, но нет. Мы смогли это сделать. Итак, всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте, а даже пишите в комментариях обзор на какие-либо игры хотели бы от меня увидеть. Конечно же, всем большое спасибо. Merci beaucoup pour votre attention. Soyez heureux. Et... Ne soyez pas malade, je... Ne soyez jamais malade. Bonne chance. Et... Allons-y. Всего доброго. Увидимся. Салют. Au revoir.